Приветствую вас. Основная проблема заключается в том, что такие понятия, как правильно и психология, являются несовместимыми. То есть нет ничего правильного в психологии. Так что вот ваш вопрос, он уже некорректно поставлен, к сожалению. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что, на мой взгляд, вы боитесь близости и боитесь серьезных отношений. Отсюда у вас такой вот, такая вспышка, если угодно, такая модель поведения, если угодно. Вот, то есть выглядит это вот именно как страх, то есть женщина понравилась вам, вы испугались к ней чувств и, соответственно, решили поступить вот таким образом, чтобы ее как-то от себя, ну, отпугнуть, может быть. А вот, дальше. Все зависит от ваших ожиданий. То есть, ощущение недовершенности у вас вполне справедливо. Связано это с тем, как я когда сказал, насчет, ну, тем, что вы боитесь близости, боитесь сближения, и, соответственно, этот страх, он дает вам, ну, некое такое чувство тревоги, чувство тревожности. Вот. С другой стороны, многое зависит от ваших ожиданий. То есть, если вы чего-то ожидаете от этой женщины, то, ну, я не думаю. Я не думаю, что вот, некие ожидания здесь могут вам прийти на пользу, ну, могут быть вам на пользу. Вот, я думаю, что скорее наоборот. Любые ожидания от женщины принесут только негатив, негатив для вас. Вот, к, ну, к моему большому сожалению. Вот, так что здесь нужно смотреть, какой мотив был у вас поступать вот тем образом, которым вы поступили, да, то есть почему вы поступили. Вот так, как поступили, с чем это связано. Вот, и дальше уже смотреть, по обстоятельствам, то есть разбираться, ну, разбираться по обстоятельствам, вот, с, ну, ситуация. Вот такой ответ я думаю вам можно дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.